сразу пару слов. Что очевидно по ОМОНовскому, а казаку. Политика гомофобии, которая ведется правящей партией, которая ведется последовательно во многих регионах России, когда сначала принимается закон, который призван обезопасить наше молодое поколение, обезопасить детей, защитить их от так называемой пропаганды мужеложства, лесбиянства, бисексуализма и трансгендерности, которые якобы можно пропагандировать и которые якобы представляют угрозу молодому поколению. Но после этого становится невозможно говорить что-либо об ЛГБТ. Становится невозможно просто быть ЛГБТ и при этом быть видимым в публичном пространстве. Правильно, оно не соответствует. Чем? Мы за ценности или оценки Европы? Европы. Да. Это ценности Европы. Напишите. Вот напишите. Что? Поверх вот здесь напишу. Это ценности Европы. Давайте напишу. И тогда можно написать? Дайте мне это. Фломастер. Есть тема заявленная. Ручку дайте кто-нибудь. Дайте ручку или плакат. А наш почему плакат сохранился? Да, а вот это вообще. Это общественная организация. Мы организация, она пришли на месяц. Понятно. Сериал-регистраторы. И предупреждали, не, ну, представители этих организаций будут на митинге. Понятно, опять повторяется история, когда даже задерживали с радужной символикой, вот потом в судах ничего не могли отменить. Людей в суде, ну, что на вас которых задерживали с радужной флаги. С вашей стороны, так получается?